рамок нет, КФУ теперь и за рубежом. Лекция об информационной революции. Да будет свет! Ну и мы получаем как готовые изделия и минимальное количество отходов. То есть у нас в производстве отсутствуют отходы какие-либо вообще. Всем привет! В эфире «Универ Ньюс», а в студии Карина Саяхова. 11 октября в Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета состоялась встреча проректора по направлениям нефтегазовых технологий, природопользования и наук о земле Дениса Нургалиева с заместителем руководителя Федерального дорожного агентства Николаем Быстровым. Коллеги обозначили вопрос подготовки кадров дорожной отрасли и строительства в целом. Мы покажем нашу лабораторию, мы покажем то, что мы умеем делать, то, что мы можем делать, в принципе можем делать, да. Со своей стороны представители Росавтодора, они скажут, что им интересно вообще, да, то есть покажут, какие злободневные проблемы есть, технологии, которые нужно нам, скажем, с ними вместе развивать. Вот, и я думаю, что вот в этих переговорах мы найдем наше место и как бы такое успешное место в этой проблеме. В данном случае наша встреча проходит именно исходя из вот этого стремления Минтранса России существенно повысить качество подготовки специалистов для транспортной отрасли. 13 числа будет проходить конференция в рамках выставки «Дорога», как раз посвященная подготовке качества подготовки специалистов для дорожной отрасли. Будет обсуждена концепция ее совершенствования. И с этой точки зрения сегодняшняя встреча имеет для нас большое значение. 10 октября в городе Джизак Республики Узбекистан состоялось торжественное открытие филиала Казанского федерального университета, первого зарубежного филиала вуза. Подробнее смотрите в сюжете. В мероприятии по случаю официального открытия Джизакского филиала Казанского федерального университета приняли участие президент Республики Татарстан Рустам Миниханов, находящийся в Узбекистане с рабочим визитом, министр энергетики Республики Узбекистан Журабек Мирзамахмудов и хаким Джизакской области Эргаш Салиев. От Казанского университета на церемонии открытия присутствовали ректор КФУ Ленар Сафин, проректор по внешним связям Тимирхан Алишев и проректор по образовательной деятельности Екатерина Турилова. Сопровождали же почетных гостей директор филиала Марат Умаров и исполнительный директор филиала КФУ в городе Джизак Азот Баба Мурадов. Президент Татарстана назвал символичным открытие филиала именно в Республике Узбекистан. Рустам Миниханов отметил, что страны связывают традиции многолетнего продуктивного сотрудничества. А благодаря филиалу КФУ у молодежи будет возможность получить высококачественное образование, не выезжая за пределы своей страны. В городе Джизаке мы открываем филиал Казанского федерального университета. Ректор Казанского университета Ленар Сафин, в свою очередь, сообщил, что целью создания филиала является подготовка высококвалифицированных кадров для Республики Узбекистан, обладающих глубокими фундаментальными и научно-практическими знаниями на основе современных образовательных программ Казанского федерального университета. Он подчеркнул, что данный шаг будет способствовать дальнейшему укреплению и развитию долгосрочного сотрудничества России и Узбекистана в сфере образования и науки, а также поблагодарил хакима Джизакской области Узбекистана Эргаша Салиева за содействие в формировании общей корпоративной культуры. Действительно, благодаря непосредственно вашему личному контролю и участию этот проект реализовал. Филиал разместился в здании бывшего высшего военного авиационного училища. Территория полностью соответствует заявленным требованиям. Ремонтные работы и оснащение осуществляются за счет узбекской стороны. Деятельность структурного подразделения направлена на подготовку кадров в сфере машиностроения, геологии, программного инжиниринга, экономики, информационных систем и технологий, менеджмента, лингвистики, медицинской биохимии, лечебного дела, фармации, стоматологии, а также на разработку и реализацию проектов фундаментальных, научно-практических и инновационных исследований. Сам учебный процесс начнется 31 октября. С 2021-2022 учебного года Казанский университет совместно с Джизакским филиалом Национального университета Узбекистана уже начал подготовку кадров на основе совместных образовательных программ по направлениям. Программный инжиниринг, фармация, информационные системы и технологии. Студенты, принятые на обучение по данным направлениям, продолжат учебу в новом филиале. Также около 30% абитуриентов будут приняты на основе государственного гранта. После окончания обучения такие выпускники будут распределены в государственные организации с условием обязательной отработки не менее 3 лет. Но что касается преподавательского состава, то не менее 40% будет привлечено из-за рубежа, в том числе из Казанского федерального университета. Карина Саяхова, Универньюс. Мы живем в век технологий, эпоху информационной революции. Генеральный директор международного телеканала Russia Today Алексей Николов поделился своими мыслями о будущем журналистики со студентами и преподавателями Казанского федерального университета. Какой была ключевая мысль авторской лекции, смотрите далее.
11 октября в Казанском федеральном университете состоялась встреча студентов и преподавателей с генеральным директором телеканала «Russia Today» Алексеем Николовым. Встреча была разделена на несколько этапов. Первой в программе стала авторская лекция «Изоляция выбора. Мир информации в эпоху сети 2.0». Она проходила в Институте управления экономики и финансов. Мы попали в эпоху революции, настоящей революции, какой не было ни у ваших родителей, ни у ваших бабушек, дедушек, это отчасти мое поколение, ни дальше. Это настоящая революция. То, в чем мы живем сегодня, это революция в самом настоящем, натуральном смысле этого слова. И мы с большим трудом это воспринимаем, потому что очень трудно воспринять как действительно что-то переломное, то, что происходит, то, в чем ты живешь. Лекция очень интересная, причем очень приятно, что ведет знакомый нам преподаватель. Информацию подают очень разносторонне, и каждый может ее вынести для себя что-то полезное. Далее генеральный директор международного телеканала «Russia Today» Алексей Николов вместе с заинтересованными зрителями переместились в шоурум Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Казанского федерального университета. Тема «Как изменилась журналистика и есть ли у нее будущее» оказалась актуальной для студентов Казанского университета. Тут мы обсуждали с журналистами, мы обсуждали уже такие чисто профессиональные вопросы, связанные с тем, как найти себе работу, чему учиться и так далее. Ну, такие чисто профессиональные разговоры. Будущее журналистики всегда волновало наших студентов, поэтому данная тема откликнулась в сердцах будущих журналистов КФУ. Лекция мне очень понравилась, потому что Алексей Львович говорил обо всем. Ну, то есть, да, он говорил об интернет-пространстве, но мне кажется, это касается абсолютно любой сферы нашей жизни, о том, что нужно читать не только то, что тебе нравится, что удобно, что подходит под твои интересы, но и что-то неудобное, что-то, что отличается от твоего видения мира. И это очень интересно, поскольку это расширяет кругозор и положительно влияет, как мне кажется, на любого человека. Напомним, что в июле этого года начался цикл «Открытое общество» в КФУ. Проект создан для честного диалога студенчества и научно-преподавательского состава Казанского федерального университета с известными государственными деятелями, медиаперсонами, топ-менеджерами ведущих российских компаний и корпораций. Аделина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Универньюз. В Казанском федеральном университете прошел обучающий семинар организации проведения школы молодого куратора академической группы. О том, что из себя представляет мероприятие, расскажет наш корреспондент. Стипендиальная комиссия это рассматривает института и, соответственно, идет назначение социальной поддержки. В КСК КФУ «Уникс» прошел обучающий семинар для начинающих кураторов академических групп «Организация и проведение школы молодого куратора академической группы». В этом учебном году молодые преподаватели и сотрудники университета помимо своей основной деятельности будут выполнять обязанности академ-руководителей групп. То есть первое, вы должны сказать студенту, что это все будет происходить при наличии места. Первое, что делает студент, уже не в личном кабинете, а на листочке А4 пишет заявление и несет его в личную бытовую комиссию. Модератор семинара, директор департамента по молодежной политике Юлия Виноградова в своем вступительном слове подчеркнула важность кураторской деятельности для студентов. Подробно рассказала о деятельности департамента по молодежной политике в этой области, о возможностях разных структур оказывать помощь кураторам и студентам. Он пишет, что прошу переселить меня в связи там, с тем-то, тем-то, и, соответственно, то есть, допустим, куда указывает? В деревню Универсиады. Все. И дальше, если место есть, то его переселяют. Делается приказ, и на основании приказа он переселяется. В ходе мероприятия молодые кураторы смогли обсудить проблемы и вопросы, которые возникают в их деятельности, поделиться с коллегами личным опытом и успешными методиками работы. Амир Ахтямов, Александр Кузнецов, Универньюз. Ученые Казанского федерального университета разработали технологию, которая сделает производство светодиодных лент, светильников и жидкокристаллических мониторов дешевле. В чем заключается их зеленый метод производства, узнаете в сюжете. Ученые Казанского федерального университета разработали уникальный метод производства перовскитов. Это вещества, обладающие фотолюминесцентными свойствами. Ранее использование перовскитов в производстве было невозможно, поскольку из-за изменений условий окружающей среды они становились нестабильными. Новый подход к их изготовлению позволил решить проблему. Ученые объединили несколько этапов создания материала в один. Метод они назвали «зеленым», поскольку в результате производства не остается отходов. Мы засунули все в экструдер, получили сразу же гранулы, которые уже пригодны для изделия. Поэтому у нас
первую очередь, это экономичный подход. Он легко масштабируем, то есть мы, процесс экструзии – это процесс, который используется в производстве. То есть мы можем нашу методику легко передать, допустим, каким-то заводам, чтобы они это переделали без необходимых каких-то доработок. Ну и мы получаем готовые изделия и минимальное количество отходов. То есть у нас в производстве отсутствуют отходы какие-либо вообще. Область применения у технологии достаточно ограниченная. С ее помощью можно сделать производство светодиодных лент, светильников и жидкокристаллических мониторов дешевле. Все дело в веществе, которым покрывается светодиод – люминофоре. Вот сейчас используется люминофор на основе редкоземельных металлов. Это дорого, не всегда универсально. И причем вот мы живем в области, где солнца не так много, поэтому мы всегда находимся в среде искусственного освещения. Так получается, что там есть провал зеленой области, и поэтому это очень сильно влияет на зрение, на эмоциональную составляющую. Наиболее лучшая спектральная характеристика – это ближе к солнечному свету. Вот как раз-таки комбинируя, то есть так как мы можем получить цвет свечения от красного до синего, мы можем подобрать, сделать так, чтобы у нас был спектр максимально ближе к солнечному свету. Соответственно, это первое применение вот таких композитов – это изготовление светодиодов. Помимо значительного удешевления процесса производства светодиодных осветителей и дисплеев, технология может помочь в переводе невидимого излучения, к примеру, рентгеновского, в видимое. Основное преимущество технологии – возможность применения в домашних условиях. Все, что нужно – сам материал и 3D-принтер. Статья о разработке ученых была опубликована в научном журнале Additive Manufacturing. Маргарита Михайлова, Хафиз Гараев, Универньюз. На этом все. В студии была Карина Саяхова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!